Поехали знакомиться с полигоном. И вот что поразило, колоссальное количество военной техники стояло по периметру. Стоят бомбардировщики, все это заряжено с боевым оружием, как говорится. Истребители, танки, самоходки, пушки различных калибров. Ну все, выставлены были и животные. На колышках там прикреплялись барашки. Потом построен был небольшой городок, пятиэтажных зданий, где была мобилировка, там же и баранчики тоже стоят. Был построен железнодорожный узел, который состоял из пакгауза со всеми принадлежностями железнодорожной станции, потом это железнодорожный мост, состав, все. Было также и метро построено, трех залеганий.